путь от поражения в самом первом туре чемпионата до очередного титула в золотую коллекцию Шерифа. Кульминация самого яркого желто-черного сезона и не могла быть другой. Очередь за фото с трофеем для некоторых футболистов – это первое чемпионство в профессиональной карьере. Пример – Данил Анкудинов. Нападающий пришел в команду в феврале. Когда «Шериф» разгромил «Реал», он был на Тенерифе. И об этом событии вся Испания говорила еще несколько недель. Самый опытный желто-черный чемпион – вратарь Дмитрий Челядник. У меня третье уже чемпионство. Я очень рад. Положительные эмоции, как всегда, после каждого чемпионства у нас просто радость в клубе. Два с желто-черными завоевал Себастьян Тиль. Для него лично, как и для всего клуба в целом. Сезон золотой в чемпионате и феноменальный на евроарене. А волшебной левой люксембуржца и решающем голе на Сантьяго Бернабеу писала вся футбольная пресса. Мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, сейчас взяли первый трофей и можем взять еще один на следующей неделе. Я думаю, это был фантастический год для «Шерифа». А вот Момо Янсане впервые держит трофей в руках, и его счастью, как и рассказам, не было предела. Yes, we are very happy. We are very happy to be champion. Today we are champion, so we are very, very happy. It's not easy to be champion, play every day and score and be champion today. We are very happy. I want you. Я хочу, чтобы ты на русском сказал эти слова. Words. Мы чемпионы. Мы чемпион. Сегодня мы чемпион. Ура! Я тоже сегодня я. Я очень нравится. Я не знаю. Я тоже нравится сегодня «Шерифом». Мы чемпион. И удачи. И удачи. Вперед. И на до конца. От чемпионской субботы до кубковой футбольный золотой дубль цераспольчане могут записать на свой счет 21 мая. В Неспаренах на новой арене им предстоит повторить то, что они сделали в заключительном матче сезона. Снова обыграть Святой Георгий. Настрой будет, я думаю, с обеих команд самый боевой, поэтому все решит футбольное поле. Вот, будем, естественно, что каждая команда хочет выиграть кубок. В том году у нас не получилось, будем стараться в этом году. Важный бонус к чемпионству – путевка в Лигу чемпионов. Жеребьевка первого квалификационного раунда 14 июня, первый матч 5 или 6 июля. Список потенциальных соперников уже есть, но не будем забегать вперед. Пока на футбольном календаре осталась одна дата – 21 мая, Неспарены, финал Кубка. Действующий чемпион против действующего обладателя трофея. Битва – достойная финала.